Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В Объединенной судостроительной корпорации до конца января определят ущерб от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в беседе с журналистами сообщил, что до конца января текущего года станет известен точный размер ущерба, причиненного пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов». Рахманов сказал, что пока нет возможности назвать размер ущерба, поскольку еще не завершены работы по обследованию самого корабля. Напомним, что 12 декабря произошло возгорание на авианосце «Адмирал Кузнецов» в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. На тушение возгорания ушли почти сутки. В результате пожара погибли 2 человека и более 10 пострадали. Ранее Рахманов отмечал, что сильных повреждений авианосец ВМФ России в результате пожара не получил. Кроме того, судостроительной корпорации отмечалось, что завершение ремонтных работ вместе с модернизацией авианосца «Адмирал Кузнецов» запланированы в 2020 году, после чего корабль выйдет на испытания. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.